Сейчас 6:15 утра. Мне кажется, через 15 минут за мной заедет Катя, и мы поедем с ней в Никола-Ленивец. И мы приехали. Это наш домик. У него очень классное гигантское окно, а также диван. Я ветросон. Печка. А здесь я люблю печь. Ты гонишь, но ты ни разу не пекла. Мы только что приехали. Пришли мы, значит, здесь что-то непонятное. Вот это стрекоза. Промыслы. О, здесь что-то можно руками делать. Или нет, или только купить. Вон она, река. Ты идешь первая. Хорошо. А мама, пусти меня вперед. Ты же сказал, что я иду первая. Да брось. Я хочу сейчас первая. Что, можно? Ладно. О, господи, осторожно, осторожно. Стрёмно. Осторожно. Я снимаю это на память перед тем, как я умру. Ой, все, уже началось. Итак, уходим. Собака! Ну, я защищу тебя. Привет, да. Собака. Это, кажется, хорошая собака. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, как круто. Я счастлива примерно на 10 из 10. Короче, это мой новый дом. Добро пожаловать. Я все-таки переехала из того вагончика. Ну, из... Как называют? Если ты пукнешь. Короче, я переехала из Сашиного автомобиля сюда. Почему? Я объясню свое решение. Оно обоснованное. Здесь можно хранить разную еду на разных этих палочках. Нанизываешь какой-нибудь гигантский батон на палку. Можно лечь. Очень такое просторное помещение тут. Тут все очень компактно, можно вместить. Да. Так, мы дошли до речки, и казалось, что вода ужасно холодная. Вы мне врали. Нет, она там сначала теплая, а потом, когда заходишь по поезду, холодная. Нет, наоборот. Здесь у нас парикмахерский салон у Егора. Не надо. Какие цены тут вообще, Катя? Ну, не самые доступные, конечно. У нас попытка номер два. Все, мы дошли до верха. Ну чё? Мы теперь будем здесь жить? Да. Можно еще лететь, чтобы сюда никто не зашел. Да, можно. Крыша тут, правда, будет протекать. Дождь? Нет? Накинем тряпочку большую. Тряпочку. Здрасте. Это бесплатный концерт у Егора. Стоимость 100 рублей. Бесплатно. Нажми одну тут. Да. Так не долго, так сильно. Я заплачу за это 100 рублей. Правда? Да. Если ты научишься еще один аккорд играть. Научусь, если ты мне объяснишь вообще, что это. Ладно, объясню. Что это? Что-что? Аккорд. Hello. Hello.
Кать, я забыл, почему Нике можно сходить с ума, а мне нет. Потому что Нике 22. А Катя говорила, у тебя 23. Не надо, не позорь меня. Ну чё, живой? Ты видео снимаешь? Да. Здравствуйте, 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 Екатерина, здравствуйте. Составьте смету, пожалуйста, составьте смету. Привет, заходите ко мне. Приходите, вот пойдемте тут заходим. И люблю вот мой камин посередине. Классный такой. Вот еще люблю лестницы. Лестница тут тоже есть. Я переезжаю сюда. Переезды я тоже очень люблю. Ты из окна выглянула? Смотрите друг на друга. Смотрите друг на друга. Это крыша моего домика. Кто тут бегает? Здрасте. Ника с Егором пришли в кино. Тихо, мой любимый фильм начинает. Да, извините. Ура, киношка! Еще раз. Резинка! Может быть, еще раз запишем? Все-таки да, это резинка, да. Как-никак. Вполне себе. Очень похоже на резинку. Ты как думаешь? Мне кажется, это резинка. Или вот это вот слово на ре. Резинка. Да, да. Так, это мой новый дом. Это такое... В общем, ребят, мне нравится карабкаться. Мне нравятся, как бы, такие вещи. Такие строения, на которые можно... Как бы, я, правда, очень дорогой фотоаппарат держу, он стоит 40 тысяч. Вот, возможно, но... Я вообще профессиональный карабкатель, поэтому я залезу, даже держа фотоаппарат вот на руке. Вот, потому что, как бы, это мой родной дом. Что мне еще остается делать, и мне здесь комфортно. Так. Я на верхушке обитания. Добро пожаловать в мой новый дом. Это спасибо. Мой дом, это моя хата. Это моя хата. И я машу вам. Мы стрёмные. Ну скажи, давай скажем правду. Попробуй сказать. Ладно, хорошо. Ну тогда я скажу я Лара Крофт. Егор не соглашается с тем, что я Лара Крофт. И говорит, что он Лара Крофт. You guys. Я нашла дом для себя. Все. Я знаю, я ветреная. Когда дело касается... мест обитания, но ну что здесь поделать, если сердце просит? Мой дом на ладошке. Смотрите, здесь я буду делать балы. Тут есть бар. Это мои гости, вот на бал пришли. По лесенке. Да, у меня это делал дизайнер, очень известный дизайнер, но я не могу произнести его имя, потому что нужно платить ему деньги каждый раз, когда я произношу имя. Вот это первый, второй этаж. Хорошо здесь, хорошо. Уютно. Тебе нравится у меня дома? Очень-очень отлично у тебя. Тебе подсказать дизайнера? Да, его зовут... Это он? Да. Ничего себе. Не, ну дорого, я, да? Ну я поднакопила, понимаешь? Мне там да, это стоит того. Угу. Особенно вот... Очень мне нравится пол. На самом верху пол, что был. Пойдем. Веди нас, Лара Крофт. Идем. Держи. Смотри. Я в по.
школе. Hey, you came in out of nowhere, and I really can't help but stare at you all day. Strange things that I hardly know you, and I don't have the slightest clue. What will happen next, Mrs. Жралика? Мы скоро поедем. Что еще я могу сказать? Ничего. Опять чуть-чуть с ветром. Погнали домой. Ну, что-то все запотело. Очень много устали. Рекламном агентстве. Как мы тут проводим время, Егор? Классно? Хорошо, дай камеру. Стой, а теперь как Ника проводит время? Вай-фай. Весенний день ворвался в это небо. Вспомнил, где я не был, о чем мечтал остановиться мне бы. Но я всю ночь летал.